паутиной. Так, я тебе порча, преграда для врага. 10 урона, че так мало? На нахуй! Это тебе за Беларусь! Это я атаковал или ты? Не знаю. Ну, у чела там 3 хп осталось, между прочим. Я снес ему 10. Ладно, я выпью, наверное. За твое здоровье. И все, ой, посижу спасибо, так. Спасибо, спасибо. Да хватит! Я сейчас огня ебану. Да, я блядь. Я огонь ебну. Кстати, их пауку просто так, ну, не пой... Чего? Как ты сдохла? Как? Ты же в куполе была, там, невосприимчива от всего вообще. Убежище еще действия. На 9 раундов, между прочим. Блядь. Как так-то? Типа у меня заражение какое-то, которое дамажит по мне, да? Ой, боже мой. Так, я могу кого-то похилить. Ты фуловый, из ты паутины вообще можно фуловый. Выпрыгнуть, и у тебя будут доступны эти. Прыжок что занимает? Бонусное действие. Значит, просто действие будет доступно. Отлично. Надо ну будет ладно. Запомнить. Так я пойду спрячусь. Просто я спрячу своего там, киллера. Там паутина. Да ничего страшного. Зато я за стенкой, они попасть не могут. Из-за паутины у тебя пишет то, что этот... Меньше процент попадания и преграда. А, да? Да. Ну ладно. Это из-за паутины. Так, пока все хорошо. Так, его я убью. Я могу его убить, если хочешь. Ладно. Понял. Дальше. Мне надо выйти с паутины. Все, я вышел, да? Я же вышел. Инквизиторская мощь на себя. Так, у меня фулл хп. Буду резать их. Буду мочить их, этих пауков. Только дайте мне его увидеть, лицезреть. Вот он, малыш. Сейчас на него как прыгну, сейчас я ему такое покажу. Ему мало не покажется. Сколько у него там хп, кстати? А, 15. Я в него огонь брошу просто. На нахуй. На, лови. Блять, он еще живой. Как так-то? А мне нечем его добить. Кому хпшки дать? Тебе? Или я Shadowheart? Я сам могу себя похилить, не бойся. А, мне давай, я... Shadowheart, я сам себя вылечу. Ой, подожди, у меня 8 хп, меня убьют. Ну, у себя хиль. Че, кто тебе мешает? Падышка. В смысле неподвижность? Почему паутина ты дает еще и неподвижность? Не, я был в паутине раньше, но вот сама неподвижность разве не значит, что а я вообще испытание? Не могу двигаться? Не-не-не, ты испытание пройдено у тебя было, поэтому ты не застрял. А сейчас ты начал топать. То есть испытание это какой-то рандом наших характеристик, это который кубики, позволяет... Это кубики, да, это кубики кидаются, для... и типа можешь пройти испытание, а может нет. Понятно, понятно. Окей. Так, кого въебать? Я этого паука, у него 2 хп. Я могу его кокнуть, наверное. Погоди, я подумаю как. Я могу просто прыгнуть на него, наверное, и бахнуть его. Все. Или нет. Блин, или... я бы хотел себе посильнее фокусы, если честно. Я хочу героизм. И прыгну прямо на этого паука и упаду вместе с ним, знаешь. А, я иду вниз вообще. Я буду драться с нижним, поэтому убей паука сам. Я буду драться вообще, я драться хочу. С нечистью поганой. Давай, ходи. Так, 6 хп у Shadowheart и все. Так, 1 хп. Ладно. Перед стой, смертью стой, стой. Принесу пользу. В смысле? Какого черта? Смотри, сука. Вот так это делается. А ты хорош. Вот так это делается, да? Ладно, что хорошая жизнь будет. Ладно. Это так делается, да? Да, да, да. Два мимо. Здравствуй, Вик, добро пожаловать.
Вот так вот. Буду рубить его. Дезориентация. Дезориентировать его, да. У тебя нет ориентации, ты даже не мужчина, слышишь? Да. Так. Сейчас по-варварски надо его как-нибудь кокнуть. Сейчас я. Сейчас подожди, ладно, я отсосу. Мне нечему паука. Убивать. Ты сосал паука? Да, много раз. Да. Блять, что с. Я вообще попасть не могу по нему. Так, ну у меня. Нет действий больше. Так, 5 хп моего жреца. Она еще жива, охуеть. А, самое время. А, он умер. Да ладно. Все-таки она мертва. 65%, что я попаду. Так. 100% помеха. Ну-ка. Бахаю, бахаю. Ложись. Промах, на, нафиг. Не, я попал. Я по паутине. А у меня промах. А ну, соболезную, че. 65%. Слышишь, я пахнет? Не буду пить зелье, потому что мы уже почти, знаешь, победили. Пахнет, да, победой. Прям очень пахнет, сильно. Воняет. Да, да. Воняет победой. Несет, да, прям так же, как моими немытыми носками. Да, один в один. Да, да ладно, чат заметил. Ну, конечно, замечу. Он у меня слева на втором мониторе. Да, Саня, ЧСВ просто. Квики, да? Блять, как ты меня убил? Я же почти фуловым был здесь. Сдох! Я сдох! Ебать, Саня, ну я за тебя не отомщу. Что? Извини, я тебя кину. Да я не ЧСВшник. Я тебе уже говорил об этом. Да, да. А для меня мне... пингвины превыше всего. Так, давай. Как, Саня? Вот скажи мне, 75% это, ну, сработает или нет? Да. Видишь, сработало. У тебя сколько хп? А, многовато. Окей. Чё по кайфу у меня? На мне был баф, который меня постоянно, ну, добавлял мне 5 хп. А он взял меня загрыз. Кошмар. Ужас. Так, куда бы съебаться? Я до сих пор живой. Мне уже нечем, кстати, себя хилить на самом-то деле. А я достаю, кстати, так. 50% это не то. Я медленно достаюсь. Так, два противника. Я не достану до него, наверное. 45 вообще. Три урода! Сюда! Бля, ладно, подойду. 50%, давай. Были самые... Я попал? А, троечка. Да. Ладно, я попал. Так, я спрячусь, карта? Там паук просто. Так, у нас... 22 хп, 17 хп у моего чепуха. Отлично. Короче, этот орк внизу за два удара может тебе снести хп 20. Да, он 13 хп мне сносит, это что? Отстань, блин. Он еще атаковать умудрился, вдумайся. Ублюдок мерзкий. Ага. А, у него 4 хп? Давай, бахни его, пусть избавься уже от него, наконец. Я потом пойду себя подниму. Давай. Наконец-то. Сколько там? 12-18. Все, нормально. Так, ты себя еще и похилил. Блять, как так-то? Нет, подними меня, блять. Я умер, непонятно от чего, от заражения, походу. Они реально сифилисом этот заражают. Давай, хильни. Просто подними меня, просто. Больше вам не надо, возможно, у меня очков действия хватит. А, не, нихуя. Ладно. Я иду вниз. Нет, я не могу пойти. Хочешь, я тебе действие? Стой. Хочешь, я тебе действие дам? Как это? У меня есть способка, которая даст действие. Давай. На Shadowheart? Да. А на кого еще? А, оно мне действие дало. Ну ладно. Видимо, это не тебе. Я не могу спуститься, но однажды я спущусь. Ходи, короче. Я ничего пока не могу. Возможно, я скоро отъеду.
А что дает потеря равновесия? Ты идешь, шатаешься. Кого ты там осуждаешь? За что? Бля, я почти умер, я почти умер. Нет! В смысле испытания против смерти провалены? Я еще должен жить. Да! Все, мы выиграли. Охуеть. Бля. Так. Нет! Да какого черта ты умерла? Блять, это заражение реально дамажит. Короче, поднимите меня, пока на вас еще пауки не напали. Прощай. Ты прикалываешься надо мной или что? Да я не прикалываюсь, у меня заражение еще на пару ходов там просто. Вот, ща подниму я этого идиота. Все, я его поднял. Теперь у меня вообще все в КД. То есть, по факту, я больше не могу хилить. Я не могу с паутины выйти, блядь. Хочешь, я тебя сброшу оттуда? Короче, паутины? Давай я сохранюсь, пока нам пизды снова не дали. Давай. Сань, у меня очки действий, во-первых, все закончились, это я тебе У меня тоже. Это нам надо отдыхать. Не, мы можем короткий отдых сделать. Давай, кстати. Облутаем пауков сначала, стой ты. А у них ничего нет, в них мясо. Так это же хорошо. Ели мясо, мужики. Да. Пивом запивали. А где эти трупы? А, нет. Ой, я меч нашел, но он... Да, чё, зачем я посох этот купил? Что он дает? А, я воду могу создавать, прикинь? Нихуя ты волшебник. Да. Я какое-то колечко нашел. Если во время боя владелец начинает свой ход с 50% ОЗ как или меньше... Как она умерла? На... Погоди, стой! Как ты сдохла? Кто умер? Uno momento. А куда нам идти, кстати? Ты где? А. Я здесь. Я могу прямо отсюда с тобой поболтать, если что. Короче... Я придумал, куда можно пойти. Не смей меня валить. Так. Я сначала прыгну вот сюда. Короче, давай туда, сначала в этот проход. Нам туда надо. Я чую королева именно там. Как-то так. Саня, там большая паутина какая-то. Я знаю. Я это когда увидел, тогда и понял, что нам нужно именно сюда. Ищи быстрое сохранение. Да бля! Стой. Давай пока никуда не лезть. Давай все же, как его, ляжем, отдохнем. А, бля. Сейчас вы не можете быстро перемещаться. Это плохо. Короткий привал. Вот. А, мы два раза можем так сделать. А смысл этого? Мне не вернулись ячейки заклинаний. А мне вернулись, кстати, некоторые. Ладно, давай пока так, а потом, если что, пойдем. Давай пока так, ладно, пойдем. Драться же обычным оружием можем, можем. Я, пожалуй, присяду, мало ли. Так, здесь стенка, которую, скорее всего, можно сломать. И все. То есть нам нужно взорвать стенку. Тебе нечем взрывать? Ебал, да, чем? Чем-нибудь. Короче, нам туда, там реально проход какой-то. Я не могу это место расследовать. И чё, как это открыть? Ты можешь это открыть? Или сломать всё же надо? Бля, камням похуй на твою кислоту, молодец. О, давай так. Не, ему похуй на режущий урон. А так ему бочка, наверное, нужна, которая взрывается, знаешь. Да, я ее могу лопнуть, нахуй. Сейчас, погоди, у меня огонь есть. Не, на огонь тоже насрать. Не, это вообще не работает. Есть чем взорвать его или нет?
свиток какой-нибудь там, не знаю, взрывного урона. Любое неживое существо. О, прикольно. Так. Где ты? Здесь. Короче, мы ничего не можем сделать, да? А перепрыгнуть? А залезть куда-нибудь? А что-нибудь такое? Да я заебался. Я ненавижу эту паутину, серьезно. А куда ты идешь? Погоди. Обратно. Почему? А что мы там сделаем без бочки? У тебя нету бочки? Я еще раз тебя спрашиваю. Нет. Путь перекрыт. Ой, паучки! Где? Я иду. А где паучки? Реально, где? А, они сдохли, фу. Боже мой. Я нашел мертвого гоблина. Реально паучки, а почему они сдыхают на моих глазах? Я не знаю. Так, сейф. Это не я делал. Да, да, это я в новую местность зашел. А-а-а. Тут тоже есть паучки. Они тут живые. Нам... Чего? Сейчас я присяду, посмотрю. Че, давай драться, да? Я же говорил, для чего ты ульту бережешь, блять, их тут сколько? Раз, два, два паука, три паука. 160 хп! 160? Мать моя. А на пятого левела. Мы третьего, а на пятого ты прикалываешься. Ну я, конечно, понимаю, это опыт. Мы сможем. Да, это опыт. Ты знаешь, как женщине говорить, ну это твой первый раз там. Сейчас мы тебе подарим опыт, да-да-да. Бля, реально, давай яйца у него украдем и съебемся. Кстати, давай я яйца попробую украсть. Ща-ща-ща, главное, чтобы не увидела меня. Бля, если она прыгнет прям тебе на лицо? Да не прыгнет она мне на лицо, все будет хорошо. Я яйца хочу украсть, просто мало ли здесь еда вкусненькая. Груды костей, паутина, яйцо. Блядь, что ты сделал? Это ты сделал, к яйцам подошел. Так я подошел к яйцам. Ебать. Она яйца использует, чтобы родить пауков. Женщина настоящая. Бля, я уничтожу яйца, прежде чем она их взорвет, знаешь. Типа, ладно, я буду их ломать, реально. Как тут ломать их, кстати? Я ради тебя буду ломать все эти яйца. Степень защиты, стоимость перемещения увеличена вдвое. Ой, блядь. Держись. Я тебя обязательно настигну. Либо беги ко мне, потому что я буду очень долго эти яйца убивать. Ты ведь там в порядке, да? Ты в порядке? Я слышу стоны. О. О. Ты весь... Короче, прощай. Блядская паутина. Ты полностью в паутине застрял, между прочим. Оставьте женщину в покое, я вас прошу. Да ты посмотри на эту женщину, она... Ты в жизни столько родить не можешь, сколько она за один укус по яйцам. Это самая настоящая женщина. Бля, что делать с этой женщиной? А у тебя есть атаки массового этого поражения? Я сейчас не шучу. Надо как бы от яиц избавляться. На полном серьезе. Зачем? Давай паучиху убьем. Так она подойдет к яйцам и плюс 10 детей. Ты хочешь еще 10 детей? Да. Ты дебил, это не работает тебе в плюс. Даже айтишник не может себе позволить 10 детей содержать. А вот она может позволить себе. Потому что у нее дети самостоятельные. Видишь, блядь? Да я ваши, блядь, времена, нахуй, блядь. Да я не попадаю по ней, Саня, помоги. Беги просто отсюда, спасайся. Причем все эти пауки, они-то плеваться умеют.
Видишь, это мелкие, да? У них сколько хп? По 7 хп у них. Они первого уровня, но они сильные. Посмотри, посмотри, они меня окружили уже. Блять! По 2 урона наносят, посмотри! Посмотри, блядь, чьи дети творят! Нет! Многодетные отцы. Ебать, меня шотнули! Ловлю, ловлю. Бля, мы с ней вообще воевать сможем или нет? Блять, моя Shadow Heart уже почти в могиле. Что делать? Блять. Отступление. Я нажал кнопку отступления, но я не знаю, что это значит. Теоретически я должен отступать. Как ты поднялся? У тебя один хп, я вижу. Мы отступили, да? Или ты себя поднял? Я поднял. Что нам делать? У нас хп не осталось. Да, бля, нет. Короче, есть идея. Надо от этой паутины изначально было избавляться, чтобы паучки просто не могли никуда лезть. Понял, да? Бля, у нас просто силы не хватит, чтобы от них всех избавиться. У нас нету оружия массового поражения. Блядство. Прощай. Саня, твои дети до меня доебываются, блядь. Дело не во мне, дело в тебе. Нахуй у тебя столько детей вообще? Я не хотел, это случайность. Я не знал, что женщины беременеют. Да ладно, все нормально будет, зачем это? Зачем эта защита? Ладно, все нормально будет. Зачем эта защита, когда есть паутина? Да, она прозрачная. Да, выглядит почти так же, да? Короче, да, давай я загружусь. Блядь. Давай думать, как их одолеть. Мы же придумали, как одолеть предыдущих. Вот и их сможем одолеть. Mm-hmm. Только ты яйца не надо, блядь, трогать свои. Мои трогать? Хотя бы. Не надо трогать яйца. Она бежит на тебя и кричит. Она не кричит на меня, она в самом начале боя подошла к яйцам. Она женщина, она всегда будет кричать на тебя, ты мужчина. Она, погоди, из-за того, что она женщина, она еще и всегда будет стоять возле яиц? Да. Ну, блядь, там было 5 яиц. Как только начинается бой, она рожает пауков. Сразу. У нее яйца там еще есть. Женщина с яйцами. Ладно, хватит, хватит. Просто хватит делать из него мужчину. Я боюсь таких трапов на самом деле. 5, 6. Короче. 6. А мы можем тайком избавиться от всех, кроме нее. А мамае. Чего? Короче, смотри. Давай поступим так, иди за мной, я здесь проход нашел какой-то. О! Мы можем вообще отсюда воевать. Здесь, а знаешь, сейчас... один такой проход. А прикинь, мы сейчас найдем способ, как ее шотнуть, нахуй. Одной бочкой, да? Я как раз таки об этом сейчас и думаю. И не о способе ее шотнуть. Паучий кокон. Открыть, что там. О! Бля, перчатки. Мы вниз спускаемся, слышишь? Атаковать. Бля, я не могу. Так, выслушай меня. У моего жреца есть способность. Я могу полностью избавиться от юнита нежить. Если этот паук является нежитью, скорее всего, я избавлюсь от босса сразу. Как тебе такая идея? Я все еще не использовал эту способность. А если нет? А если нет, у нас есть сохранение. Вот это вот. Давай, пробуй. Так, смотри, я беру сейчас свою женщину, у которой вообще хп не осталось, между прочим. Надо сейчас хотя бы зелье выпить. Смотри, что делаем. Избавляйся от яиц, как можешь. Тайком желательно, чтобы она не видела вообще. Смотри, смотри. Да так и надо было. Глянь, она даже не заметила. Сможешь так же сделать еще и слева там на яйца.
Не, там, где она стоит, вообще дохуя яиц. На приседе иди, блядь, долбоёб. Саня, надо загружаться. Саня, загружайся, мне пизда. Не буду я загружаться, нет, терпи. Терпи, держись ты, мужчина. Блядь, она опять на свои яйца. Видишь, она опять яйца пробудила. Ладно, их всего 5 штук, не так уж и много. Саня, ты ведь можешь так же их взорвать? Нам пизда. Да я знаю. Да, да, могу. Вот, она сама пришла к нам, то, что нужно. Все, давай пробовать. Если я ее ушатну, то Саня, дальше справимся. Саня, а ты любишь женские ножки? Ну, блядь, такой футфетиш только Макса оценит. Все, ты любишь? Тихо. Тихо, где тут моя способность избавиться от нежити? У нее их целых дохуя. Стоп, а где она, кстати? Я не знаю. Реально, я не вижу его. Изменение облика. Помощь. Я не могу попасть по ней. А где способность избавиться от нежити? Стой, у меня она была же. Проебал. Ну, похоже, да. О, я хожу. Не вижу я его. Может быть, на пауков оно не работает. На пауков, походу, не работает. Видимо, поэтому оно не отображается. Прыжок! Ладно. Пойду танчить паучиху. Или... Я стою на пауков. Сделаю так. Все. Она 60 урона получает! 60 урона, если ее выкинуть на пол! Да ну! 60, блядь, урона! Давай 3 раза ее бросим на пол по этой паутине и готово. Просто приведи ее по паутине. Сколько раз ты женщин на пол бросал? Один раз. Это твой... И то я это делал нежно. Раз? Нет. Ладно. Короче, бежим. Бежим срочно к тебе. Всей армадой бежим к тебе. Подожди, сейчас паучки ходить будут. Блядь. Ну я к тебе как раз и бегу. Потому что от этой паутины тоже надо избавляться и скидывать ее нахуй отсюда. Уёбки! Ну ладно, они всего лишь тебя загрызут. У тебя же есть оружие массового поражения? Вот и жги их. Есть. Но мне дадут пизды быстрее. Не-не-не, ты выживешь, я верю в тебя. Блять, критический промах или мне показалось? Я в ахуе. Смотри, видишь, она думает. Она думает, все в порядке. А что за пиздюк сейчас будет? Стой! Нет, Саня, мне пизда, Саня! Стой, все хорошо. Паучиха умеет телепортироваться. Круто, да? Все очень хорошо. Да, я ее опять скину, погоди. Я могу это сделать. Так, Саня, проверяем мою удачу, правильно? Не хватило, что? Блядь! ГГ. И вы! Пиздец. Никто из нас больше не выживет. Саня. А, у тебя нету оружия массового поражения? Не, я его въебал, но... Не хватило? Ладно, я сейчас... Сейчас я... Сейчас я спасу тебя. Не двигайся, блядь! Да не двигайся, осёл! Я в тебя хотел гранату кинуть! А, им похуй на кислоту, оказывается. Ну ладно. Да, кислота работает только на яйца. Я говорю, загрузись, мы сейчас трахнем кого-нибудь. Ладно. Ты уверен в этом? Да. Я тебе покажу, как надо правильно трогать яйца. Еще раз тебе говорю, женщин надо скидывать с паутины с высоты. 3 раза скинешь женщину, она умрет. Это в жизни тоже работает. 3 раза? Да. Понял. 3 раза ее с паутины скини, все, она умрет. Я не шучу, по 60 урона она получает. Фул ХП паука можно убить просто за 3 раза скинуть его. Да, она телепортируется, но если она на паутине, то все, ей пизда. Стой, блядь, стой. Не торопись. Блядь, яйца живые. Ну, съебались. Не торопись, мне нужно одеться. Лук одеть, все. Готово.
А теперь я медленно гуськом. Каким гуськом? Я специально нагрел ее. Поехали. Зачем? Я яйца не сломал. Похуй. Блять, ну я бы яйца сейчас сломал и все.